Конничего, дорогие подписчики и друзья нашего канала. Сегодня на нашем канале необычный обзор миниатюр от компании MasterBox. Данный набор представляет две миниатюры, посвященные девочкам-официанткам из кафе. Этот набор содержит две миниатюры официанток в масштабе 1.35. Данный набор был выпущен в 2016 году, как нам показывает вот это вот надпись. А надпись нам говорит о том, что арт на данную коробку был нарисован художником-иллюстратором Виталием Петелиным. А миниатюры были слеплены, к сожалению, я не знаю, возможно, Алексей, а может быть и Александр, может быть и Андрей Гагарин. Может быть еще какой-нибудь автор с именем, начинающимся на букву А. Итак, набор за номером 35186, компания MasterBox. Посмотрим, что у нас на обратной стороне. А на обратной стороне мы можем, опять же, увидеть название набора. Девочки-официантки. Nana and Momoko. Momoko. Рамочку с деталями. Цвета, предлагаемые для окраски данных фигурок. Как собрать, какие детали, куда нужно приклеить. Ну и давайте перейдем непосредственно к содержимому данной коробочки. Так, как сказал один очень умный человек, зачем нам коробка? Коробка нам не надо. И переходим к литничку. На литничке мы пока ничего не видим. Надо убрать вот такой вот пакет. Пакет нам тоже не нужен. Зачем нам пакет? Вот. И можно посмотреть на литье. На рамочке имеется клеймо MasterBox. Опять же, номер данного изделия. Все. Ну и, собственно говоря, перейдем к детальному рассмотрению данных миниатюр. Ну, здесь вот такие две головы. Милота улыбаются. Надеюсь, вам будет хорошо все видно. Ну, по обычаю мы дадим фотографии, приложим. Так, вот у нас здесь торс от одной из миниатюр. Ноги в туфлях. Причесочки даны. Передняя часть скальпа и задняя часть скальпа. И у второй фигуры аналогично. Почленены фигурки, на мой взгляд, довольно-таки правильно, ну или хорошо, кому как больше понравится. В общем-то, набор не обладает диким количеством деталей. Литье хорошее, без облоя. Скульптурки довольно-таки неплохие, но конечный результат качества данных миниатюр мы сможем увидеть после сборки и окраски. А на этом у нас все в данном выпуске. Всем спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Заходите в Инстаграм. Также забегайте в чат в Телеграме. Также могу посоветовать один хороший магазин, называемый modelist-ru.ru. Зайдите, посмотрите на их цены. Заезжайте к ребятам в магазин, они вам всегда все подскажут, расскажут. Я надеюсь, вы будете довольны данным магазином. Еще раз всем пока-пока. Аригато, аригато.